Знаете, как часто мы порой что-то откладываем на завтра, на потом. Но зачастую это потом превращается в никогда. Поэтому именно здесь, именно сейчас мы начинаем наш фестиваль! Сегодня будет много интересного, потому что собрались очень крутые, яркие, талантливые, творческие ребята, которые готовы проявить себя со своей лучшей стороны, чтобы показать все то, в чем они действительно мастера, что заставляет их сердца биться чаще, в унисон друг другу. Будут представлены направления уличного искусства, живые скульптуры, творческие мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные площадки, стрит-арт-зона по росписи авто, конкурс по созданию арт-объекта, модное дефиле, паркур, акро-йога, капуэра, а также организована фотозона с арт-объектами. Будет интересно. На территории нашего фестиваля уже начали работу 8 интерактивных площадок. Например, на первой и второй будут базироваться ребята от объединения детских библиотек «Космомиры», творческой студии «Мир дизайна» и «Мастерская фантазий», а также от современного искусства Тольяттинского художественного музея. На протяжении целого дня они будут радовать вас своими мастер-классами, поэтому обязательно подходим к ним и знакомимся с их деятельностью. На нашей третьей интерактивной площадке сегодня пройдет роспись автомобиля команды художников при поддержке магазина красок Graffiti Family. Это будет ярко. Обязательно будет работать фотозона с объектами мастерской N. Так что подходим, фотографируемся, выкладываем, делимся с друзьями. Это будет классно. На пятой площадке пройдет творческая станция с мастер-классами одесского города профессий Кидландия. Аплодисменты, друзья, ну вот же они поднимают руки, они хотят видеть ваши яркие глаза. Ура! Все ребята яркие, творческие, подвижные, и поэтому куда нам без школы паркура? Они постеснялись, убежали чуть-чуть подальше, но мы про них сегодня не забываем. Обязательно к ним приходим, смотрим, что они делают, и учимся. Это еще не все, друзья. На нашей седьмой интерактивной площадке сегодня будут ребята из школы капуэро Кардаро Джиоро. Покажут, как надо. Вот парни, вот они. Аплодисменты им. Ребята, помашите, чтобы мы видели вас. А эстафету у них перехватят парни из школы Ноу Формат с обучающей площадкой по акро-йоге. На восьмой площадке будет проходить работа художников в рамках конкурса «Кошачья столица». Хотим сказать отдельные слова благодарности ребятам из мастерской Продубова и компании «Фабрики красок» за помощь в организационных моментах. Помимо всего прочего, сегодня нас порадуют своим выступлением артисты уличного театра «Мечта». Так что фотографируемся, подходим, не стесняемся, я думаю, что они только рады. Зона балансборда от студии «Детские спортивные комплексы Куска». Проверим ваш вестибулярный аппарат, друзья. Зона коллективной игры «Дорисуй за мной». Проведем небольшой интерактивчик, поэтому расслабляться на протяжении всего фестиваля я бы вам не советовал. А завершить все это экспозиция арт-объектов от художников города Тольятти. Ну и, конечно, интересная насыщенная программа на главной сцене нашего фестиваля, которую курирую сегодня я, Дмитрий Стройкин. И мы начинаем! Дорогие друзья,
Я напоминаю, что на бульваре космонавтов, дом 32, сегодня 11 августа 2018 года, открылся фестиваль уличных искусств и творчества. Обучающих классов и несколько художников будут автосанкологи, проходят мастер-классы. И интересно, что это все на некоммерческой основе, то есть тоже денег у нас с собой взял. Люди подумались, соединились с помощью партнеров и добрых людей, научился, надеюсь, получится такое интересное встречи. Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Я в этом квартале работаю. Работаю уже больше 30 лет. Я заведующая детским садом 201 «Волшебница». И вы знаете, вот проезжая каждый день на работу, я видела, как создавался этот замечательный объект. Это настолько меня радует, потому что я еще председатель общественного совета этого квартала, потому что не все получается, не все мы успеваем делать. Но когда люди на одном энтузиазме, вместе с детьми, с родителями делают такие замечательные вещи, вот сердце радуется. Поэтому спасибо огромное всем за такое начало нашего 15-го квартала. Вы понимаете, это въезд, это лицо наше, поэтому оно у нас стало очень красивое. Поэтому спасибо всем огромное и всех с праздником. Ура! Это передать микрофон.